На автомобильной парковке возле дома 12Б по Пролетарскому проспекту неожиданно появилась яма. Диаметром и глубиной около метра. Фотография провала появилась в щелковских соцсетях, и местные острословы предположили, что это начало строительства метро, техническая яма для ремонта автомобилей снизу или даже вход в лучший мир. Коммунальные службы оперативно отреагировали на информацию о провале и уже на следующий день стали засыпать яму гравием. Теперь ждем свежего асфальта.